И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Это кошмар. Сервер Алнаки, и мало того, что сервер Алнаки, так еще и здесь, кстати, на сервере у нас здесь ввели всех Дино, то есть абсолютно всех, даже с DLC, как там, Выжженные Земли она называется, что ли? То есть абсолютно все. И сейчас идет альфа-буря, и альфа-чей очень много. Не знаю, тихо. Видите виверна? Это не просто виверна, это альфа-виверна. Здесь летают две виверны. Одна левел, у нее 5050, а у другой 15050. Это просто кошмар. Я когда тут меня три раза выкинуло, короче, с сервера, и я захожу, смотрю, жопа Рекса торчит. Думаю, ну все, альфа Рекс, блин, 350 левел. Думаю, все, кранты. Его быстро завалили. Стоило только в чат написать. Вот. И тут я просто смотрю, виверны. Две, мать ее, виверны. Такого левла. Я манал. Я просто манал все это дело. Тихо, тихо. А ты кто? Твою мать. Альфа-тиранозавр, 350 левла. Еще один заспавнился. Еще один альфа. Рекс. 350. Какой нахуй. В общем, здесь серфача завалили. И это просто кошмар. Это просто кошмар. Здесь нигде не безопасно. Я не знаю, что мне делать, если честно. И как вариант, сейчас меня просто нафиг все завалит. И меня убьют. Твою мать. Кранты моей постройки, короче, по ходу дела. И кранты мне. Все плохо. Все плохо. Все, мать его, плохо. Кранты моей постройки. А, черт побери. Ну ладно, в общем, сейчас уже разбираю что-то когда где и посмотрим, что я буду делать. Ну, это просто кошмар, альфа, это. Вот это альфа-буря, конечно, да, да, не спорю, здесь есть уже кто-то 250 левел ап, ну да, молодцы, все дела, там, вайб был 1 ноября, бла-бла-бла, как хорошо, ну, сейчас что, у меня 3 ноября, да, я вот сейчас снимаю 3 ноября, я снимаю как бы запас немножечко, но суть-то в том, что я-то, блин, маленького левела, вот какого фига это альфа-буря, мать ее, да пошли ты в жопу, долбанный говно, я тебя сейчас завалю, наверное. Твою мать. Я очень надеюсь, что он просто не нападет на мою постройку. Но он к ней все ближе и ближе. Все плохо. Фу, ну, в общем, Робинзон, есть здесь такой человек 250 левела, пришел. Реально, на 2 дня серверу, ну, может, 3 дня. Ну, собственно, вот вы видите, да, 33-й день, человек уже 250 левел. Ну, там, понятное дело, трайп, все дела. И он просто 2 350-х тирексов альфа притомил. Оказывается, того рекса, там еще с другого, короче, с другой стороны рекса тоже притомил. Ну, в общем, вообще, отпад. Ну, единственное, что мне не нравится, это администрация, честно. Потому что я тут спросил пару раз в чате, если в типа рексов, ну, типа альфа-чей зачистили на локации, то появится новый или нет. На что он просто-напросто проигнорировал. Это, конечно, очень плохо. И администрация здесь говно. Вот. Ну, суть в том, что... Да. Да, кстати... Кстати, по сути, это же у меня с запасом серии. Да блин, да блин. Наки, не то. Настройки. Сейчас, вот. Да ну нафиг. Настройки. Так как здесь PvE, мои постройки никто не сломать не сможет, так что даже хейтеров можно не бояться. Вот, в этом плане. Поэтому вот он, сервак, Урал Клаб, PvE, 5x, Анунаки, Олдина, Вайп, 1.11. Вот, так что это оно. Ну, собственно, я искал, ввел Анунаки, потом нашел 5x, потому что я не хотел большие рейты брать.
Уж от Зака извини, но 15 X-рейты, плюс, я не знаю, там PvE или PvP, ну 15 X-рейты это конкретно очень много. Да, возможно, как бы потом когда-нибудь я посещу тот сервер, да нет, даже невозможно, потом посещу я этот сервер, который ты просишь. Возможно, я сделаю стрим на этом сервере, который ты просишь, так что там будет видно, но суть в том, что то, что пока что... Нет, да и реально 15 X-рейт, на 5 X-рейтах уже 200-250, ну то есть как понял, 250 левел это самый максимум, и здесь уже на максимум развились, и просто альфа-чей 350-х томят, он просто за одну секунду его затомил, там один раз захавал и все там, как я помню, голд кибы или что, еще что-то, ну в общем, замута еще та, так что, что говорить-то про... 15 X-рейта. Тем более там как вариант еще и будет PvP, так что, ну, сам понимаешь. Я играю всего лишь один день. Ой, ну, точнее, не один день, все эти серии снимаю. Да, возможно, я начну снимать там сезонные и так далее, но это уже потом. Не об этом сейчас речь. Речь идет о том... О чем? Что я хотел сделать? Это, блин, я с этими сырфачами, с этими долбанными... бурями, альфа-бурями, это просто кошмар. Козла видел. Да, просто там, ну, там в секвойном лесу, там гигантозавры альфа бегают, там и так далее. Ну, так. Потом, когда разовьюсь, возможно, начну томить. Но это будет очень скоро. Суть в чем? Что я хочу делать? Я в этой серии хочу строить. Что я хочу? Я базу хочу строить. Надо уже отстраивать свою базу. Строиться я буду не здесь, я сразу предупреждаю. Я потом найду место и уже где-то буду отстраиваться. Для начала мне нужно отстроить базу, которую не сломают, кроме альфа, никто. Хотя, конечно, да где ты двери? Вот. Дверь, чтобы находить было легче, вот она как находится. Вот, чтобы дверь было легче находить и так далее. Ну, для этого мне нужно раскачаться немножечко. Кстати, у меня уже 37 левел. Кстати, я в аирдропе нашел вот такую XP-мину, XP-гранату или XP-поушен. В общем, Тайный Экспириенс, он дает 500 XP. 500 XP. Сейчас у меня вот надо соточку до левела. Давайте использовать. И вот он конкретно прям мне вкачал. Да ладно, ты вообще должен был 500 XP дать. И, кстати, если бы я сидел бы на Дино, то он бы еще бы и динозавров вкачал бы. Тайне, там написано было 500 XP дает он. 500 XP. Короче, хорошо, что я показал это на камеру. Потому что реально, сколько у меня левел дал, это просто, мать твою, налево. Так, давайте смотреть. Здоровье, это все нормально. Здоровье потом вкачаю. Скорость передвижения, конечно, нужно... Ближний бой, конечно, нужно будет сделать. Давайте для начала скорость передвижения. Ой, я что-то перестарался. Давайте... Хотя вот так вот нормально будет. Хотя я могу и до 200 вкачать. Блин, нифига себе, это гранат. Это просто, мать его, 67 левел. Теперь понятно, как здесь люди качаются такие большие левелы себе. И это просто ад какой-то. Это просто. Ну понятно, в общем, как люди вкачивают такой большой левел. Ну я одно могу сказать, я сейчас даже как вариант есть смысл попробовать убежать от Рекса. Реально, беги, Форест, беги. Слушайте, а там... блин, нет, я сейчас их же уже поубивали. Была идея попробовать убежать от Альфача. Получится, не получится. Ну ладно, это как-нибудь в другой раз сделаем. Но 200% скорость бега, это будет кайф. Это будет реально кайф. И сейчас я от любого дифалозавра смогу убежать с легкостью. И не буду никого бояться, это хорошо. Вот, сейчас иду аирдроп. Вот, кстати, эти... Как они? Верблюды, можно так их назвать. У них есть вода, их можно пить. Ну, понятное дело, этих нельзя пить, потому что, ну, диких, я имею в виду. А, ну, у него и воды ноль. Вот, также здесь на острове спавнится эти всякие, мать их, с которых масло, то есть нефть отсасываешь и так далее. Ну, в общем, все от выжженной земли все здесь есть. И это, знаете, прикольно, это реально прикольно. Но в этой серии я хочу притомить Птера и новую систему утомления. Это, конечно, да, это для меня чутка новинка в этом плане. Вот, так, что у нас тут?
405 левел. Вот это, по идее, то, что мне нужно. Альфа-вот, Дигл-билл, да. Интересно, сколько он XP... Ой-ё, Барбарс, это вот это замануха. Вот это, говорю, замануха! Вот это замануха! Замануха, бежать надо отсюда. Так, я вообще ищу этих... А ты кто? Твою мать, не лагай! Прогрузись, не лагай! Я сейчас сдохну! Сдохну! Твою мать! Что за нафиг? Твою матерь божья! Давай, беги, беги, Форест, беги, беги, Форест, Форест, беги, беги, Форест, беги! Давай, 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 давай! Водичка, 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 водичка! Беги, Форест, беги! Так, а теперь нужно посмотреть, что это за фигня такая. А ты где он? Вот он. Шипастый дракон! Да ладно! Это дракон был! Я просто ни разу на выжженной земле не играл. Кстати, вот эта ловушка 100%. Так, от кого? Племя Игры. Ну, классное племя. В общем, пошел я, как вариант, да, что-то типа такой же ловушки буду делать для Птера. Опять-таки же, какая ловушка для Птера? Нет, я буду также ловить, как и этого. Интересно, здесь есть труп? Оу, да, здесь есть труп. Так, а вот и племя Игоря. Так, тащить тело. Отлично, я могу тело типа тащить. Отпустить тело. А теперь... Отпустить тело. Тащить тело. Отлично. Ну давай, тащить тело. Ну что ты в натуре, блин? Давай тащить тело, говорю. Тащить тело. Ну, да хорошо цепляться, гадость редкая. Отлично. А, ну типа его залутать нельзя, да? Окей. Тащить тело. Погнали. Полетели, чувак! Да ладно, вот на туре прикол. Так. Теперь шипастый дракон. На тебе подарок. Подарок, говорю, на тебе. На тебе подарок, это 50, блядь. Туша. Ай, это что ты в натуре, а? Так, если не ошибаюсь, на G отцепить, да? О, да, на G отцепить. Отлично. Так, дракоша. Мертв. А кто тебя завалил? Даже жалко, как тебя. Отцепись от меня. Натуре. Ой. Ой. Ладно, все, жму на паузу и прекращаю страдать фигней. Вот они эти. Натуре. Водяной жук. А, ты выкачанный. А, слушай, а так что получается, в тебе нету? А нет, вот вода есть. Нормально. Так, ну-ка. Дринквоты. Дринквоты. Вот твою мать. Ну ладно, не хочет, как хочет. В общем, как видите, даже эти жуки здесь есть. Это прикольно, да, я с этим трупом... О, а труп отцепился? В натуре отцепился. В общем, все динозавры здесь есть. Это очень даже прикольно и необычно, я бы даже так сказал. А вот, поэтому... Прикольно, посмотрим, что будет дальше. Может, этот сезон будет очень коротенький, маленький, потому что меня бесанет этот сервер чем-нибудь и так далее. Вот, посмотрим. Так, нет, все-таки беги, Форест, беги, так и будет. В натуре. Так, терять мне нечего. Я нашел еще одного альфа. И давайте смотреть. У меня скорость практически 200%. Скорость передвижения, я имею в виду. Практически 200%. Терять мне сильно нечего. Ну как, мне нечего терять, у меня только два яйца тупые, немножко хитин, но это все фигня. И давайте я хочу посмотреть, смогу ли я убежать от него. Ты что там в воздухе летает? Нифига его размозило там. А, смогу, не смогу, смогу, не смогу. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Нет, не смогу. Да уж. Ну что поделать? Ой, меня там колбасит в натуре. Зато я точно знаю, что я не смогу. Блин. Беги, Форест, беги, не канает, я вам говорю. Так что это все все подстава. Пошел, короче, лутать нафиг этих долбанных. Точнее, томить долбанных. Этих. Птиц, блин, долбанных. В натуре. Птеродактилей. Твою мать, что здесь творится? Просто кошмар. Я пробежал на то место, где я сдох. И твою мать, что здесь творится?
Твою мать, еще комбик долбанный, пошел в жопу отсюда. Зрители не трогают. Зрители не трогают. Так, я тут пытаюсь еще заодно свой... Это, труп найти. Мне, это, типа там труба хотя бы есть. Что-то я... Когда нарывался на это, на Рекса, не подумал, что там есть труба, и труба мне, однако, очень сильно нужна. Ну, блин, это круто, вы посмотрите. Тут, ну, кстати, вот этот головенький, это как вариант прирученный, а вот это вот уже дикий идет. Ну, я вам ничего не могу сказать, потому что у меня трупа нафиг моего нету, и моего лута нету, я не знаю, где он, и я всрал трубу лошара. И я ничего теперь не вижу. Ну, как пришла, так и ушла, называется, да, не спорю, но потому что я это залутал. Ну, это офигенно, просто офигенно, какие болтали, яма, она, вот это вот, альфа, чё там, буря, это просто ад какой-то. Твою мать! Бомжей не трогают! Бомжей не трогают! Бомжей не трогают! Бомжей, твою мать, не трогают! Пошёл в жопу! Ну, она просто не знает таких правил, поэтому все нормально. Ах, говно. Такого фига? Какого фига гиганта Питек на этом острове, на подкове-то? Твою мать. Я ни разу их тут не видел. Что тут творится? Это что за фигня? В натуре. Это просто какая-то фигня. Блин. Не успел построить, тот не выживает. Нет, чувак, я думаю, все-таки, наверное, сейчас немножко поубивают альфа и все. Но, блин. Альфа-буря это просто кошмар. Не хочу я больше с этой альфа-бурей связываться. Я вообще хоть на своем-то острове. Слушай, я на своем острове. Ну да, мне в другую сторону бежать. Кстати, с такой скоростью бегают, чем огроменный плюс есть. В том плане, что выносливость расходуется очень медленно. И когда ты идешь пешком, вот я сейчас иду пешком, если что. Вот прикиньте, я сейчас иду пешком. Я вот shift вообще не жму. Так, вот, сейчас, допустим, остановился, и вот опять shift не жму. Вот просто я иду пешком. Я бегу. Я реально бегу. И при всем при этом, при таком беге, у меня восстанавливается еще выносливость. А если я еще ускорюсь, то это просто кайф. Не, это, конечно, о, мотылек. О, еще яйцо, в натуре. Я то яйцо всрал, погоди. Я то яйцо всрал, так что уж извини. Твою мать, нифига себе, 385 левел. Ну я не думал, что она успеет развернуться. Манал я это все говно. Так, а что мне толку-то? Ну ладно. В натуре. В общем, короче, ладно. Нафиг, короче, это альфа... Альфа-буру, эту долбанную, или как она там обзывается. Ну, вы по названию, собственно, уже поняли, как она обзывается, потому что я в название поставил то, что нужно. Ну вот, а я буду... Сейчас еще попробую добежать туда. Трубу свою найти, если найду. Вот, если что, новую создам, наверное. Вот, и уже буду томить птера, и в конце уже покажу, какого я птера поймал. Если опять что-нибудь интересное не увижу. Нет, ну я это должен был показать. О, вы прикиньте, а он почти подыхает. Вы смотрите. Какой это большой динозавр. Ой, черепаха. Динозавр, черепаха, какая разница. Альфа, что? Твою мать! Пошел! Как он меня убил? Там с кем-то дрался? Какого фига он ко мне повернулся? Сейчас я к нему подойду обратно к этому... к этой черепахе. Ага, прикол. Я прямо здесь воскрешаюсь. Около черепахи этой. Смотрите, у нее на башке какая-то фигня в натуре. Это... Ой, шляпа! Прикинь, шляпа! Скин шляпы! Знаешь, я даже готов, чтобы ты меня убил. Чтобы посмотреть... А, Гнашор Вандер Овс Бич. Гнашор на подкове. Ну, черепаха. Офигеть! Не, не спорю. Анунаки классный сервак. О, ну, в смысле это... Этот не сервак, а это... Твою мать, пошел в жопу! Пошел в жопу от меня!
Не сервак, а мод. Ну, честно, начинать с него точно нельзя. Нужно, все-таки я правильно сделал, то что начал сначала с обычного, вот, а потом уже продолжил смотреть моды. Так, виверночка, виверночка, какого лавла? Зомби виверн лайтнинг. О, твою мать. Тихо спиздил и ушел. Называется, нашел. Да я уверен, что стопудово это не нужно было. Иди отсюда от меня. Что такое? Что за такие? Паразавр. Отлично. В натуре. О, инструмент. В натуре. Я же забыл, что здесь инструменты выдают. Вот это я, конечно, сейчас сырой первосходный. Сера, да ладно, сера добылась. Вот это ж нифига себе. А здесь вообще мне сера для чего-нибудь нужна? Мне кажется, что она только в этих землях. Пошел в жопу, тупой овца! Я ж обосрался! Нифига себе! Дура! Вот ж мелкое говно. Тупые компики. Да нифига у тебя там левел. Я тебя звалю. Ой, нет, сейчас нафиг ты мне ноги переломаешь уже, я прям это ощущаю. Ну, блин, подлутался называется. Не, пошли, короче, к боссу обратно. Ой, да ладно, а с кем Рекс мочкается? С боссом? Нет, не с боссом, вряд ли с боссом будет. О, фу, днище долбанное. Босс обошел стороной и не хочет даже ничего с ним делать. Днище! Кстати, на этом сервере хорошо. Первосортное мясо, оно портится 20 минут. Это круто. Это просто офигенно. Опять сера. Ну ладно, пускай копится потихонечку. Отлично. Отлично, сколько первосортенный, это просто кошмар. 109. Обалдеть. Еще 3 серы. Еще коготь спер. В наглую. Ну ладно. В общем, пошел я там, типа это. Все-таки надо птеродактиля себе налутать и уже в воздух подниматься, потому что. Твою мать! 418 дамаг, вы видели? Вы это видели? Там мочкаются. Там конкретно мочкаются. Это дамаг, если что, наносят кому-то. Вот, то есть показывают красным. Зеленым это когда ты кому-то наносишь, красным это когда кто-то кому-то наносит и так далее. О, мой трупак, что ли? Ой, да ладно, мой трупак. Посмотреть инвентарь. Взять все. Отлично. Твою мать, твою мать! Беги, Форест, беги! Твою мать! Пошли все в жопу! А я застрял! Пошло на все. Не, ну я это должен был показать без вариантов. Смотрите, какая штука классная. Офигеть, как его дамажит. И походу дело дамажит от того, что его он дамажит. Блин, вообще. Это кайф. Это реально кайф. Не знаю, как насчет приручать, не приручать, но таких точно можно покупать. Он вроде бы 600 рублей, что ли, стоит на этом сервере. О, да, он завалил его. Отлично. Прикол. А, давайте я поближе посмотрю. Офигенный, прикольный, такой прикольный. Я его уже видел, и это реально прикольный. Офигенно. И, кстати, он меня завалил Рекса, что за что ему огромное спасибо, это просто кайф, это реально кайф. Конечно, он мне тут всех птеротактили поперевалил, но сейчас на другую сторону перейду, там как раз они должны заспавниться, по идее. Ох ты ж, бедолагу, ты как размозжила. Фиомия, бедняжка. О, еще экспа! Блин, круто. Или использовать... Да ну нафиг используют, короче, сейчас прям вот попёрло экспа. В натуре хорошо. Так, и вот сейчас тебе скорость как раз передвижения 200 сделаю. И погнали, урон ближнему. О, все, что нужно для победы. Все, скорость передвижения 200. Офигенно. Ну-ка, в тебе там есть что-нибудь? Я хочу посмотреть. Твою мать, я залагал, мне кранты. Не, в тебе пусто было. Ну, просто залутали, я имею в виду. Не, классно, классно. Знаете, даже пускай эта серия вышла дебильная, дегенератская, такая даунская. Просто пробегал всю серию и ничего не сделал. Но круто, столько нового. Твою мать, офигеть! Да ладно! Раровые металлические. Кстати, смотрите, синий хуже, чем зеленый.
в натуре. Максимальная прочность 188, а, ну здесь прочность больше. Офигеть, вот это в натуре, я сейчас залутаюсь. Мясом, мясом, мясцом, давай. А чё, кожа? Не понял, где мясо? Мясо. Вот она, мясо пошло. Ой, в общем, народ, я не знаю, не получилось у меня в этой серии залутать на камеру, ой, точнее, притомить на камеру Птера, потому что серия уже вышла за пределы, конкретно, ну, уже 25 минут, и, да, если я сейчас еще сниму с Птером, это конкретно там уйдет за 35 минут серия, а я еще что-нибудь увижу, и опять включусь, вообще там за час уйдет. Так что, в общем, на этом, ребята, я буду уже прощаться, народ, с вами. Такая дебильная, конечно, серия получилась. Ну, в целом, прикольно. Поделился эмоциями и... Не знаю, если вам понравилась такая серия, то пишите в комментариях. Если не понравилось, то тоже пишите в комментариях. В общем, пишите свое мнение об этой серии. Понравилось, не понравилось и так далее. А я уже буду, судя по комментариям, под лайком, дизлайком, понятное дело, судить, хорошо. То есть, нормальный такой контент или нет, все-таки вышел. В общем, всем спасибо за просмотр. Ну, подпишитесь, конечно, если вы в первый раз на канале. Всем удачи и всем пока. Блин, когда... О, исчез. Стой, не исчезай. Ну и ладно, короче, все равно мясо дофига налутал. Мать вашу. Круто.